Армянский политолог считает, что ведущие страны много дают Армении обещаний, но ничего не делают. Резолюция Сената Франции, призывающую правительство ввести санкции против Азербайджана, не что иное, как бумага. Как передает Ази Ас, таким мнением поделился доктор политических наук Армении Артур Хачикян в интервью армянским СМИ. Вспомним визит Пелоси. Были даны обещания, но после этого ничего не произошло. Что касается Франции, то два года назад Сенат Франции принял резолюцию, призывающую Францию признать НКР. Это не имело никаких последствий. Потом было очень красивое выступление Макрона, в котором он сказал, что он с Арменией и армянами и не оставит армян. И вновь ничего. Пожаловался Хачикян. Говоря о резолюции Сената Франции, призывающую правительство ввести санкции против Азербайджана, Артур Хачикян сказал, что это решение будет иметь определенное морально-политическое значение, но вряд ли приведет к каким-либо реальным действиям. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.